Сахар, было сейчас в команде 3 выходных. Расскажи, как ты их провел, чем занимался? Слетал в Москву, прогулялся по магазинам, так походил, погулял. Ну, в принципе, все, вернулся вчера домой, сюда уже, сегодня тренировка. Как ты узнал, что тебя выбрали на матч Бест? Ну, с утра зашел на All-Hockey сайт, там увидел, что окончательные, ну, игроки выбраны, и увидел себя в списке. Ну, обрадовался, конечно, очень приятно. Всегда хотел поиграть на таком мероприятии. Для тебя это первый матч звезд. Вообще, что для тебя значит попадание в этот состав? Ну, это все равно приятно, как само собой, можно сказать, все звезды играют в нашей лиге. И находиться в их числе – это огромная честь. И очень хотел туда попасть. Знал, что голосовали за меня болельщики, но в стартовый состав не получилось попасть. Но надеялся до конца, что выберут журналисты, и выбрали. И очень приятно, что ценят, видят. В этом году новый формат, будет турнир из 4 команд. На твой взгляд, это интереснее для зрителей и для самих участников, чем то, что было до этого? Да я даже не знаю, никто этого еще не видел и не знает, как это получится. И уже будет видно после самого матча, как это все будет выглядеть. Не знаю, не могу ответить, потому что до этого такого не было. Все будет ясно уже в самом матче. Одна из главных претензий к матчу звезд, то, что игроки не выкладываются, поэтому не всегда интересно смотреть. Вот ты со своей стороны, как собираешься себя вести? Не, ну а как выкладываться, если биться тоже, как это? Много игроков, которые на ведущих ролях в своих клубах, и если они получат травмы, то какой тогда это матч звезд? Ну, само собой, что... На полуспучных, так можно сказать, не надо кататься, надо хоть чуть-чуть где-то стараться победить. В любом случае, я со своей стороны не буду поддаваться никому. Ну, конечно, не буду убивать, но буду стараться максимально там отбирать, забивать, еще что по возможности получится. Перед матчем звезд еще будет мастер-шоу. Есть конкурсы, в которых ты бы хотел поучаствовать? Да, честно, не знаю. Даже на эстафету неохота бежать, конечно. Бросок на силу у меня слабый, поэтому смысла мне там тоже нет участвовать. Не знаю, может, на технику, там, обыгрывать стойки. В принципе, на точность можно было попробовать. Ну, так, в принципе, все. В 2010 году ты участвовал в матче звезд молодежной хоккейной лиги в Кубке вызова. Что осталось, какие воспоминания с того матча? Ну, это было первое такое событие, первый год МХЛ, и сразу туда попасть очень было приятно. В Санкт-Петербурге проходил, это надолго запомнилось, и хоть мы и проиграли, но... Новые эмоции были, потому что до этого не было такого. И даже забил гол. Ну, хорошие впечатления остались об этом матче. И что еще сказать, очень рад был поучаствовать. В этом году также впервые в одном городе и примерно в одно время, за одну неделю пройдут все матчи. И Кубок вызова МХЛ, матч с ЖХЛ. Интересно на какой-то из этих матчей сходить? Ну, честно сказать, женская хоккейная лига, вот если будет проводить этот матч, очень интересно посмотреть, что и кто, как. Вот это интересно. Ну, а сам Кубок этот вызова МХЛ, то есть каждый год проводится, в принципе, все там так видно, понятно. Интересно вот на женский хоккей посмотреть.